Спасательная операция разворачивается у берегов Владивостока, где тонет брошенный теплоход «Яруслан». Корма погрузилась уже практически полностью. Специалисты доставили помпы, при помощи которых откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять судно. Теплоход с сентября прошлого года находится без команды. Моряки ушли на берег после того, как судовладелец не заплатил им за работу. В Приморье судно уже не раз арестовывали за долги. В начале февраля теплоход дважды горел, после чего дал крен на правый борт и может в любой момент уйти на дно.